Всем привет! С вами канал Все про Android, и в сегодняшнем видео я хотел бы немножко рассказать о программе, которая называется APK Editor версия Pro. Что умеет данное приложение? Вот сразу заходим в справочку и смотрим о возможностях данного приложения. Что оно может? Первое, изменять. Ну, в справке написано изменять имя, но приложение фактически умеет переводить. Изменять цвета в приложении, удалять рекламу, сделать так, чтобы приложение можно было переносить на SD-карту и удалять ненужные разрешения из приложения, которое вы хотите отредактировать. По программе сразу скажу, что есть великолепная справочка в самой программе с картинками. Все рассказано, как выбрать, как переместить, поэтому, несмотря на то, что справка на английском языке, все прекрасно здесь расписано, достаточно только последовать инструкциям. А я на примере программки, которая называется List My App, вот интересная программа. Кстати, ну, возможно, сделаю обзор, хотя не знаю, будет ли данная программа востребована, но дело не в этом. Я расскажу, что видите, что приложение на английском языке. На примере этой программы расскажу, как пользоваться программой APK Editor. Во-первых, нам необходимо выбрать приложение, которое или уже установлено на вашем смартфоне или планшете, или приложение, то есть APK-файл, которые закинуты на ваш смартфончик. Выбираем наше приложение. На букву L оно. Вот наше приложение. И мы попадаем сразу же в... По умолчанию программка открывает нам именно ресурс, который отвечает за язык. Добавляем язык, на который мы хотим перевести, и начинаем планомерно переименовывать. С некоторыми приложениями скажу сразу, что программка работает вообще здорово, подхватывает гугловский перевод. Я сейчас сделаю небольшие изменения, а потом продолжу видео, чтобы не занимать много времени. То есть мы выбираем строку, которую хотим изменить. В данном случае это будет название приложения. И нажимаем ОК. Сейчас я, как уже сказал, заполню несколько строк для того, чтобы посмотреть, как все это дело будет выглядеть. Вот я перевел несколько строк, потому что само приложение и его текстовый файл довольно-таки большой, но если у вас будет желание кому-то сделать приятное, или же приложение, которым вы пользуетесь всегда, захотите иметь на русском языке, то вот данная программка вам поможет. И все, что после этого необходимо сделать, нажать Save. Произойдет декомпиляция, и программа сама подпишет приложение. И есть два варианта. Иногда это срабатывает, иногда нет. То есть можно сразу после того, как вы перевели приложение, установить его, или же снести предыдущее приложение и установить данное приложение. Оно по умолчанию готовое, переведенное там или измененное с удаленной рекламой приложение находится папочки данной программы на SD-карте. Ну, сейчас выберем Install и посмотрим, как у нас все дело это будет выглядеть. Вот видите, что не установлено приложение, поэтому мы выберем другой путь. Выходим из данного приложения, удаляем английскую версию. Вот у нас английская версия, как я уже показывал. Сейчас мы ее удалим и установим наше частично переведенное приложение. Удаляем. Теперь все, что нам необходимо, пойти в папочку с данной программки и найти папку APK Editor. Вот я уже переводил несколько приложений. Strong. Вот данное приложение, и устанавливаем его на смартфон для того, чтобы проверить,
как у нас все произошло. Вот видите, что приложение установлено. Теперь достаточно открыть данное приложение, чтобы убедиться в том, что приложение частично переведено. Вот видите, что я переводил под строки аннотации, там отменить все, помощь. То есть реально все фактически работает. Изменилось название приложения. Все, как видите, довольно-таки просто. Скажу даже сразу, что в некоторых приложениях, я вот пробовал переводить, то подключается Google переводчик, и он переводит строки приложения. Сейчас посмотрим, что фактически наше приложение теперь называется «Мои приложения». Все легко и просто. Видите, что приложение установилось. Поменялись его фразы в переводе, то есть... Ну, как я уже показывал, что я частично переводил, поэтому, чтобы не затягивать времени. Вот такое вот интересное приложение. Еще расскажу, да, о хелпе, то есть все с картинками. И если у вас возникнет желание разобраться с данной программкой, то можете воспользоваться вот хелпом по удалению рекламы, изменению цветов в приложении. Так что вот такое вот интересное приложение для перевода и редактирования APK файлов прямо на вашем Android устройстве. Надеюсь, что многим данное приложение будет полезно. На этом буду заканчивать. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. До новых встреч!